программе «Вести недели» с Дмитрием Киселевым на телеканале «Россия-1». Лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну пририсовали улыбку на совместной фотографии с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. На разницу между оригинальным снимком и тем, что появилось на экранах ТВ, обратили внимание пользователи сети. Зрители обратили внимание на снимок, который был выведен на экран за спиной Дмитрия Киселева, когда он говорил о встрече Ким Чен Ына с Сергеем Лавровым. В кадре северокорейский лидер с улыбкой на губах пожимает руку Сергею Лаврову. Заботливый Ким Чен Ын дерзко вступился за свою жену. Видео. Примечательно, что снимка с этого ракурса и таким же выражением лица главы КНДР пользователям сети найти не удалось. Однако похожий снимок все же был опубликован в открытом доступе, в том числе на официальной странице Министерства иностранных дел России в Инстаграм. Единственное отличие – выражение лица Ким Чен Ына. На оригинальном фото он выглядит более серьезным. Пользователи сети стали теряться в догадках, что могло стать причиной подобного вмешательства в кадр. Ведь если редакторам программы нужен был улыбающийся Ким Чен Ын, то достаточно было просто найти другой снимок. На встрече с Сергеем Лавровым он своих положительных эмоций не скрывал. Некоторые предположили, что были сделаны два практически идентичных снимка, на которых глава КНДР и министр иностранных дел России стоят в одинаковых позах. Якобы широкое распространение получила фотография с суровым Ким Чен Ыном, а создателем «Вестей недели» с Дмитрием Киселевым удалось раздобыть более редкий кадр. Сам он пока не давал комментариев по поводу заинтересовавшего пользователей сети кадра.